Тоже машин по городу много, вот такие вот пробочки медленно ездят. Улица Карла Маркса. Короче, рыбаки стреляют в сигарету у меня. Даже на сигарет денег нет у людей. Один, второй стрельнул. Даже не постеснялись, как бы уже в привычку вошло стрелять. Ужасно. Обычно сигареты стрелять — это западло. Курить хочется, базара нет, никогда не стрелять. Раскуришь — иметь должен свои. Либо бросай курить. Вещевой рынок построен у них новый. Год назад или сколько там, не знаю, не помню, я ничего не помню. Был я здесь, он еще строился. А когда был, хер его знает. Но явно не зимой. Зимой на Новый год только полгода прошло. И такой, смотрите, здоровый. И музыка, музыка везде. Да что его снимать? Выключайся. Улица Карла Маркса. Не, ну базаров нету. Вот если взять центр Сочи, да, там, да, цены тоже конючие, как и в Ялте, а может даже и дороже. Но мне километр два от центра отъедь, там другие цены. А здесь же по всей Ялте одни коричневые, где ларьки, да, чай, кофе, соки. У них дешевший, короче. Он экспресса, полтинник, капучино, 50, полтинник, полтинник, как бы все полтинник, как бы это нормально, и у нас также. Это вот, видимо, их много таких точек, поэтому у них такие цены. Шурма 200 рублей. Это тоже нормально. Ну, в смысле нормально, ну как лазаевском. Так, улица Московская. Музыка орёт. Хита 150. Вот в этом ларёчке уличном. И фреш 150. Я даже ни раз не пробовал эти напитки, но просто слышал, и поэтому вам говорю. Просто немного сравниваю цены. У нас на море он стоит 100 рублей. Очень дорогие. Эта трасса идет в сторону автовокзала, улица Московская, а оттуда Киевская. Виноград 180, сливы 200, помидоры 120. Вот такие автобусы здесь ходят. Вот такие желтенькие. Батарейка села. Вот видите, бордюры советских времен. Вот. И асфальт покоцанный. Это две единственные центровые улицы. Московская и Киевская. Ведут это все к набережной туда.
Почему бы не заменить? 6 лет прошло уже. Я даже не знаю, кто это. И плитка та еще 86 года. Природа ништяк. Ну. А вот свернуть вправо, влево, та же беда. Улочки здесь вообще жесть. Ялтушку можно превратить вообще в сказку город. Она не так уж и большая. С нее конфеточку можно просто сделать. От нефиг делать. Улица Московская. Все верно. Вот где коммерческий магазин стоят, там как бы плиточка есть. А как какой-нибудь дом там или ларек, там уже ничего нету. Они около себя обустраивают. Вот, смотрите, Безруков 18 августа был, этот, блядь, 23 августа. Вот, видите, ему даже глаз выкололи, блядь. А в Сочи их нету. Скажите, а что это за здание? Это школа такая? Да офигеть надо. Это вы что, со школы идете, что ли? Так еще вроде не учатся. Ни хера себе школа. Замок. Я тоже хочу в такой школе учиться. Где мои 15 лет, да? Ну вот. Это радует. Скворечник поставили. Что-то я корм не найду собакам. Мне надо еще и в Гурзу съездить. Везде побывать. Вчера, короче, в Ливадии. Иду с Ливадийского дворца. Только за ворота вышел. Смотрю надпись. 650 рублей. Здесь хотят что-то сделать, наверное. Смотрю надпись, 650 рублей в сутки. Спрашиваю, Wi-Fi есть? Есть. Слушайте, ну нифига себе школа. Ну смысл им обманывать, да? Ну, в общем, я туда заселился. Ну, вы имеете в виду, что это просто чисто комната. Там 4 кровати. И могут быть 4 таких типа, как я, пенсионерушки. А душ, туалет, выходить надо из комнаты. И там общая кухня где-то, там хер знает. А мне какая разница? Я переночевал и свалил. Не просто переночевать. Я что, привыкать мне что ли, бродяги по жизни? А кто хочет покруче, то таких цен нету. Кто со мной лежал, пацан там, ты, блядь, лежал, говорю, так говорю, как будто в больнице, там же тоже так же, койки, всякая-то херня.
Он базарит. Олег, а ты что, говорит, за трешечку свободно снял бы? Отдельно там все. И я говорю, да нахер мне это надо. А ты что не снял? Ну вот у меня напряг там с атласом. А у меня прям, блядь, это, ломится, сука, карманы от бабла. Вот корова, блядь, ништяковая. Азбука Крыма. Кто-то там мне в Яндексе много наговорил. Много материща. Я за весь ролик там и то, бля, сказал, бля, да? И в Яндексе Дзене там вообще, Дзене отморозки, по-моему, все сидят. Я там вообще на комментарии не обращаю. А это сегодня решил почитать. А оказывается, там столько узнаешь про себя. Одна пишет весь видеомат, где я поскалелазил Семиизе. Блять, ты, сука, мат не видела, походу, еще лошадь. Ну, я ведь заблокировал всех этих демонов там. Просто кровь пьют. Ни разу нигде не были. А на диване там отписывают. Да я и там был, и в Крыму был, и в Абхазии, и в Сочи. Ты там гонишь туда-сюда, там не так, это не так. На самом деле псины нигде ты не был. Ты только на диване своем был. И все. Псина, блядь. Диктуешь там свои условия, блядь. Что ты говоришь, я уже давно выплюнул, блядь, лет 30 назад, блядь. Животное, блядь. Все, опять нервяк пошел. Короче, идем по улице Московской до вокзала, и там я сажусь и еду в Грузу. На Медведь-гору. Потом в Портонит покажу вам самый лучший парк в Крыму. Со всеми своими там водопадиками, со всеми всякими причиндалами. Английский стиль, японский стиль, с лестницами, с фигурами. 600 рублей вход. Ради вас, чтобы посмотрели, что есть в Крыму такой сад, я специально заплачу и зайду и покажу. Давай. Были бы просмотры, много куда бы ходил бы, допустим, интересно, что-нибудь снимал. Тут есть Массандровский этот парк. Массандровский дворец. Можно и туда наверх подниматься, надо ехать туда. Но ведь нет желания. Если вы посмотрите, 1500 людей, то... Ты что это? Ты вообще какой-то... Смысл туда идти мне? Рейсы мотать. Вообще, по идее, должен рюкзак этот забросить нахер в шкаф и чисто просто здесь гулять, отдыхать. А я тут бегаю, ношусь, видосы снимаю. Знаю, что не будет просмотров, и один фиг это делаю. Тарас Шевченко. Рядом собачка в тени задыхается, бедненькая. Да не бойся ты меня. Тут, наверное, бьют их. Бедный шуганулся. Пойду по теньки, как в Лазаревском парке хожу. Жара вообще стала капитана. Я не думал, что в Крыме сейчас жара будет. Вот собака здоровая какая. Время без 20:12. Ну, жара капитальная. Ты что, меня так собаки провожают? Ты же от меня ломился, ты что гавкаешь на меня? Айда, идем ко мне. А вон второй, там еще третий под кустом. Жаль, корма нету. А вот еще один.
Они, смотрите, какие шугливые здесь. Они к людям здесь не тянутся вообще. У нас собаки лежат на центральных улицах под лавочками. Их всех знают, угощают. Они важные лежат. Их никто не бьет, не трогает. А здесь, видите, злые. Гавкают. Никто их не кормит. Гоняются их. Что-то опять разболтался. Улица вам не интересна, базара нет, ну пусть она у меня будет, эта улица. Просто кто-нибудь когда-нибудь наберет улицу Московская. И от начала до конца он ее посмотрит. Когда я переезжал в Сочи, в Лазаревское, я на Ютубе все улицы пересмотрел, но не все нашел. Особенно ищешь тот дом, в котором ты будешь жить. А его, как назло, вот кто-нибудь идет, снимает, блогер, улицу. Идет, потом прервал. И через 300 метров начинает заново снимать. А твой дом справа. И ты не увидел этот дом, в котором будешь жить. Поэтому так обидно. Некоторые же пишут, что ты ерунду снимаешь, вот эту, к примеру, улицу. Да это не ерунда. То, что я вам объяснил сейчас. Вот так она и есть. Или ты, допустим, не обязательно покупать там хочешь, а просто отдыхать. Ты смотришь перед отъездом все улицы. Где там, какое расстояние от моря, можно ли на той улице снять крышу. В Лазаревском там понятно, там все у берега, все, все почти. Там самое от моря самое далекое место, это 1,5 километра. И то люди смотрят же, хоть не зря же спрашивают, не спрашивают, а просят, чтобы заснял тот там, этот, гостевой дом или отель. Ну, не зря же говорят, сколько километров от Малышева до моря. Ну, меня бесят, конечно, такие вопросы. Но я понимаю, о чем они говорят. Но я тоже на Малышево уже не пойду. И от Малышева пойду в сторону моря, в жару, им полностью маршрут снять. Ты, говорит, дойди, говорит, с Малышева до моря. Че, ты же, говорит, все равно ходишь, говорит. Не, понятно, если я, допустим, через некоторое время по-любому на Малышево, на речку схожу, к примеру. Я по-любому потом сниму вам и речку, и микрорайон. И при возможности дойду до моря. Ну, по заказам я не бегаю, мне нафиг не надо. Как настроение будет, вот как. Все зависит от настроения. Еще зависит, куда я еду или куда иду. А так ломиться, сломя голову, к вам улицу бежать, снимать. Если бы это меня сказал бы тот, кто постоянно пишет комментарий, я бы это сделал. А другим на них я воль. Это куда толпа? РНКБ. Банк. Банк есть такой. РНКБ. Самый популярный банк в Крыму. Карточки, все там, как в Сбере, блядь.
пенсии скидывают на эти карточки, также оплачивают с них в магазинах. Все тянется улица Московская. Улица Центральная, Колдовское, Демечко. Один раз я запел вот так, да? И тут же находятся кукушки, как-то зацепить. О, говорит, ему донат надо слать. Он говорит, песенки пел сегодня, как донат ему прислали. Ну, блядь, ну не сука, сука, а? Не мне, а собакам. Кобыла. Ну вот видите, видите, медленно ползут. Пробочки. Сейчас и пробочки в Лазаревском есть. Даже в Лазаревском. Хоть он маленький поселок, все едут через Лазаревское. Что это вообще? Здесь подешевле, экспресса 40. Черный чай 25, американо 40, на 10 рублей. А видели сзади девушка покрашенная? На улице сохнет голова у нее, офигеть. Дыня 30 рублей. Ну, естественно, килограмм. Кукуруза 25, сырой початок. Вот еще собачка лежит. Алло. Дружочек, че мой золотой? Да ну что ты боишься? Я хотел погладить тебя. Обижаю, да их? Ну я тоже так думал. Фундук. А почем фундук? А почем? А помидоры какие? Фундук 650, помидоры 150. Помидоры у нас, да. Ну, если участник там где-нибудь в центре, 120, 150 тоже. В магните 70, по-моему. Иногда и по 60 выбрасывают. Вот здесь поворот на улицу Дзержинского. И вот так она большое кольцо делает. Вот БТИ стоит. Там в конце для туберкулезников больница есть большая. Вот нотариальная контора. Ну там вот здесь начинается и заканчивается, короче. Выезд, короче, около автовокзала, это с Дзержинской улицы. Она здоровая. Вот здесь хата есть, короче, по моей цене. Если у меня срастется, то я буду жить в этом районе. Нас против вокзала. Банк рядом. Замечательно. Из дома вышел и в банк. Бабло снял, пошел на набережную спускать бабосики. Да? Здесь, короче, так, где этот мостик? Вон там мостик на ту улицу. Между улицами посередине стоит магазин ПУТ. Это как у нас Магнит, либо Пятерочка. В этом ПУДе цены примерно как в Магните. Но единственный недостаток, опять корова.
один недостаток. Скидок нету. У нас каждый день там скидки на что-нибудь, да? На колбасу 200 стоило. Херак это за 99 отдают. На следующий день там другое что-нибудь. Так, стрижка мужская 600, женская 1200 и так далее. А здесь нету такого, чтоб скидоны были. Сантехника. 490. Вот она постепенно сейчас ровная была, а вот с того места на подъем пошла улица. Я Мария Горбань там в главной роли. И этот актер наш, вот этот приколист, который... Большая разница, там он что-то там вел. Ох, оралово, а не фильм. И все так красочно снято. Ну, кинокомедия. Вот вокзал. А вот ГАИ перед вами. Уже кого-то поймал. Диагностика. Терапия. Ну хорошо, хоть эти клиники здесь есть, работают. Больница у них находится в Ливадии. Там, где я ночевал. Недалеко от Ливадевского дворца. Плов, шурма, чебуреки. Сейчас зайду, гляну. Шурпа. 108, лагман 200, пельмени домашние 180, суп лапша куриный 160, плов 200, а сколько грамм не знаю, манты 3 штуки 160. Ничего интересного. Вот по этой лестнице подняться, тоже там гуляешь по улице Дзержинского, там еще и Цветочная есть улица, еще там какая-то. Так, ну нам туды. Тяжелый. Отдыхать приехали? Да. Нет, уже нормально. Уже отдохнули? Нормально? Понравилось? Нет, не понравилось? Цены? Все. Все не понравилось? Жаль. Ну да. Приехали с Надеждой. А вы откуда? Из Нового Уренгоя. О, далеко. Уренгой. Вообще, я в печали. Женщина идет, глаза опущенные, чуть не плачет. Ничего не понравилось, говорит здесь. Ну, что же ее так обидели здесь? Так. Семиис. Ищем гурзу. Вот такие автобусы здесь. И пазики. Артек Гурзуф.